Мы рады приветствовать вас в преддверии международного футбольного матча. С вами комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генч. Сегодня Ирландия сыграет со сборной Мексики. И вот состав хозяев. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Состав Мексики. Соперник тоже использует построение 4-5-1. Да, акцент сделан на линию полузащиты с расчетом на точную передачу единственному нападающему. Шейн Лонг. Несогласованные действия в атаке и в результате офсайд в момент передачи. Джефф Хендрик. Ну, грузи в штрафную. Атака остановлена, но кто получит мяч? Карлос Вела. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Смещается в центральную зону. Выбит мяч из штрафной. Есть! В штрафной адресаты. Навес нужен. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Нет, не дошел этот пас до адреса. Мигель Лаюн. Лосано. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Очень хорошо сыграно соперником. Прессинговали они и забрали мяч себе. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Ну, навешивай! И подает в штрафную. Есть гол! Счет открыт! Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. 1-0. Сейчас будет веселее. Эктор Эррера. Джефф Хендрик. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Навес в центр штрафной. Гол от штанги! Какова вероятность попасть с такого расстояния в штангу? Знаешь, сложно сказать, я не берусь судить. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Мяч перехвачен. Плохо. Эйден МакГиди. Шейн Лонг. Терпеливо ждут они своего шанса. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. И пробил. Вратарь намертво забирает мяч. Шейн Лонг. Мяч в атаке. Что дальше будет? Вратарь забирает мяч. Гильермо Очо. Лосано. 2 минуты добавляют. Может получиться интересная атака. Киран Кларк. Джефф Хендрик. Половина матча позади, мы с вами.
Начало второго тайма, и Мексика начинает с центра поля. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Можно бить! Да ну, это совсем никуда не годится. Очень хороший первый тайм. В его исполнении мы видели. Мексика пробьет штрафной. А у нас двойная замена. Не самое частое явление в футболе. Удар. Без всяких проблем мяч вратарь забирается. Шейн Лонг. Аут в пользу Мексики. Корона. Эктор Эррера. Тут его прижимает, не дает пространства. Очередной аут. Джеймс Маклейн. И подача туда, в сторону ворот. Корона. Эктор Эррера. Карлос Вела. Пошли последние полчаса игры. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Эйден МакГиди. Подавай! И пробил он по воротам. Очень серьезные проблемы могли сейчас возникнуть у проигрывающей команды. Повезло ей, удар не достиг цели. Все на кон. Тренер делает тройную замену. Отличный вынос. Хорошо мяч перехватили в атаке. Ари Артер. Скотт Хоган. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Отличный прием. Так держать. Не стал ничего придумывать защитник, просто вынес за боковую. Вполне логичная замена. Команде нужно добавить опора, страсти, скорость. Удар! Накрывает игрок этот удар. Команда проходит пытку угловым. Выдержит ли? Подали мяч с углового в центр штрафной. Вынос! Мяч не задержался в штрафной. Гол! Высший пилотаж в игре на втором этаже. Великолепно подстроился он под мяч в этом эпизоде. Потрясающий удар головой. Великолепный гол. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Кстати, этот парень дело-то свое отлично знает. Не первая его передача такая. Идеальное исполнение. Видно, что на тренировках времени даром этот парень не терял. Очень хорошее взаимодействие в этом моменте у игроков было. И подача хорошая получилась, нацеленный, и головой удар оказался не берущимся. Андрес Гуардадо. Рауль Хименес. Потеря и у соперника. И буквально подарил мяч сопернику. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Будет штрафной подавать.
Готовится команда подать угловой. И прямо в центр штрафной полетел мяч. И простреливает. И он забивает. Молодцы, не опускают они рук, хотя понятно, что отыграть отставание почти невозможно. Симпатичный гол забивает команда, но вряд ли он повлияет на итог сегодняшней встречи. Поздно, слишком поздно спохватились, отквитали мяч буквально на флажке. Но сегодня этого оказалось недостаточно. Согласен, был момент, когда команда показала, что посыпалась. Но отметим и то, что игроки нашли в себе силы навязать борьбу хотя бы ближе к завершению матча. Последняя минута второго тайма.